Нас просто, получается, как бросили, потому что были справа люди. Мы говорим, там дорога в лесу. Мы возле дороги, справа от дороги и слева от дороги. Во время боя заметил, что справа перестал работать наш пулемет. А сержант, который с нами там командовал, я других там не видел, сержант. Раз я сел, связи не было, он перебежал туда, приходит, говорит, там никого нету, их уже, короче, нету. Получается, они отошли без ведома, нам с ним... Ну и нас начали уже поджимать, уже вплотную к нам пришли, начали... ...отходить. И мы начали отходить. И встретили военнослужащих РФ. Но мы сразу даже не поняли, что это. Ну, мы думали, это наши. Пришли, они предложили нам сдаться, но у нас выбора не было. Мы решили сдаться, потому что бессмысленно было там сопротивляться. Мы под... К нашей неожиданности нормально с нами, вежливо все. Одели на нас бронежилеты. Обращаются нормально.